Всем привет! В эфире Телегид, обзор медиапространства нашего канала. На этой неделе продолжаем следить за тем, как лечат студенты, расследуются преступления в Мариной Роще и встречаем интересную премьеру. Подробности по традиции расскажу я, Анна Троян. Начинаем! Никому не известно, как отзовутся поступки, сделанные в прошлом. Возможно, все останется как прежде, а может, будет все совсем наоборот. Именно об этом, друзья, наш премьерный сериал. Несмотря на внешнюю схожесть братьев Самойловых, взгляды на жизнь у них совершенно разные. У Михаила в голове одна геология, а Николай занимается только лишь прожиганием своей молодости и сменой девушек. Но конец его беззаботной юности наступает, когда от него забеременела Ольга. Однако парень не растерялся. Подговаривает брата занять свое место. Что из этого выйдет, смотрим по будням в «Бумеранге из прошлого» в 9:30 утра и 18:30. Чтобы склеить девчонку, ты должен до нее дотронуться. А в смысле дотронуться? Там, за локоток придержать ее, за талию приобнять, по ручке ее погладить. Ты себе-то не показывай. А самое главное, не упустить время. Иначе она просто не поймает твой сексуальный импульс. Так, и чем это грозит? Она просто зафиксирует паузу и запишет тебя в друзья. А это плохо? Ну, будешь с ней в шахматы играть, если тебе это надо. В середине недели наши зрители увидят захватывающую историю в двух частях. «Криминальный талант» – экранизация одноименной повести Станислава Родионова. В городе появился преступник, который необычайно ловко обманывает граждан. Один за другим в милицию приходят пострадавшие, которые накануне познакомились в ресторане с девушкой, немного выпили и на утро очнулись с ужасной головной болью и абсолютно пустыми карманами. За дело берется молодой, но опытный следователь. Найдет ли он негодейку? Увидим в среду и четверг в 21:45. На этих складах можно всю жизнь прожить, и никто тебя не найдет. И, судя по моим клиентам, шикарная жизнь. Тут все, и трупы, и вагоны награбленного, подлоги. То ли дело у тебя, Вадим, да? Рестораны, девушки, шампанское. Соришь казенными деньжонками. Да я-то что? Спасибо, Олимпийский! Эту фразу вечером в пятницу вы услышите неоднократно, ведь после работы нам предстоит повеселиться на концерте Ирины Аллегровой. Народная артистка России представила на суд широкой аудитории свое шоу «Перезагрузка». В программе праздника новые песни и уже нашумевшие хиты. Телевизионную версию концерта «Перезагрузка» смотрим 9 февраля в 21:45. И подпеваем! Возможно, неделя была трудной, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Субботним вечером нам предстоит окунуться в мимимишки, то есть в киноленту «Месть пушистых». Амбициозный бизнесмен осуществляет грандиозный проект. Хочет разбить город прямо посреди Орегонской пустыни. Покой и красота этих мест безжалостно нарушается шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут-то было. На защиту природы встают звери. Пушистые, зубастые и когтистые. Их месть не знает пощады. Подробности увидим в субботу в 20:30. Убирайтесь из моего дома! Убирайтесь! Тами! Тами! Я такой кошмар!
кошмар видел. А в завершении выходных отдохнем с актуалочкой. В воскресенье вечером мы увидим допинг. Картина основана на реальных событиях. В ней мы увидим один из самых знаковых скандалов в мире велоспорта. Известный спортсмен Лэнс Армстронг триумфально выступает на велогонке Тур де Франс. Ирландский журналист, внимательно следивший за состязаниями, приходит к выводу, что велогонщик использует запрещенные препараты. Репортер хочет во что бы то ни стало раздобыть доказательства употребления допинга, желая вывести Армстронга на чистую воду. Как закрутится эта история, смотрим 11 февраля в 23:00. Мы сделаем это, как никто раньше не делал. Совместными усилиями производителей, спонсоров, техников. А как насчет гонщиков? Мне нужны те, кто будет служить команде. Привлечем науку, оптимизируем диету, обучим высоте только для одной гонки. Пойдем паровозиком. На этом все, друзья. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. С вами была Анна Троян. Еще увидимся. Пока-пока.